В следующем году в Югре оснастят 17 детских музыкальных школ. Об этом на рабочей встрече говорили губернатор Югры Наталья Комарова и первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин. Глава региона отметила, что у округа с Министерством культуры сложились крепкие партнерские отношения. Так, например, в Когалыме появился филиал малого театра. В Государственном музее Югры работает информационно-образовательный центр «Русский музей. Виртуальный филиал». В Сургуте – мультимедийный исторический парк «Россия. Моя история». А еще в Югре создали 9 современных модельных библиотек. Кроме того, в Югре удалось обновить инструменты в 28 школах искусств и 2 колледжах. Для талантливых детей купили около 2000 музыкальных инструментов. Также на встрече обсудили проект «Большие гастроли». Напомню, в Югре 3 спектакля дал Московский музыкальный театр «Геликон опера». Спасибо большое за те коллективы, которые сейчас по плану культуры в нашем регионе уже работают и до конца года еще будут у нас. Важно, что и мы, в свою очередь, имеем возможность, уже побывали в Астрахани, Сыктывкаре, да? Планируем Челябинск до конца года. Большая вам благодарность как руководителю региона, вот, и инициатору, и продвижению культурной политики, вот, и сейчас будет пионером в данном случае.